Поездка на тот свет. Сегодня ночью на 16-м километре трассы Оренбург-Илек погиб сотрудник Оренбургского отдела полиции. В кювете был обнаружен перевернутый автомобиль Kia Rio. За рулем иномарки находился сотрудник полиции отдела МВД России Оренбургский, который погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудникам ГИБДД устанавливаются причины произошедшего ДТП. Погибшего сотрудника взят анализ крови. По данному факту назначена служебная проверка. Кроме того, за выходные в области на дорогах погибли 7 человек, в их числе маленький ребенок. Вечером 9 мая в поселке Светлый Сакмарского района водитель ВАЗовской шестерки сбил 2-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу. Водитель с места ДТП скрылся, но позже его задержали. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи, сообщается на сайте ГИБДД области.